Разведите, чтобы приблизить. Ух ты! Сведите два пальца, чтобы приблизить. Отличная работа! Воспользуйтесь лупой Пинки, чтобы найти мелкие детали. Спасибо, Пинки! Выберите цвет для стен. Всего лишь краска, а какая большая разница? По лестнице ходить опасно. Это воспоминание о том, как Эпплджек поняла, в чем ее предназначение. Отличная работа! Коснитесь звезды, чтобы получить ее. И пусть лестница засияет. Лестницу и во дворце возвести не стыдно. Интересно, а что за этой дверью? А это первая вечеринка Пинки. Смотрите! Да.
Добро пожаловать в мастерскую! Давайте посмотрим, что за занавеской! О-о-о! Это чистый холст! Дайте волю своему внутреннему художнику! Раскрасьте картину! Для рисования в мастерской яблоки не нужны! Коснитесь, чтобы при... Эй, я не желтая, но меня можно раскрасить в любой цвет. Возьмите любой инструмент, чтобы создать шедевр. Коснитесь галочки, когда закончите свой шедевр. Некоторые цвета доступны только членам клуба очень важных VIP-пони. Чудесно! Хочу такое в своем замке! Настоящий шедевр! Вы можете вернуться в мастерскую, если захотите. Приходите, когда у вас закончатся яблоки. Скоро здесь появятся и другие картины. А пока давайте вернемся в музей. Кажется, раньше здесь было огромное... А это день, когда радуга Дэш создала первую звуковую радугу. Отличная работа! Коснитесь звезды, чтобы получить ее. Отличный выбор! Эти цвета так оживляют помещение! Надо украсить потолок! А в этот день Рарити обнаружила, как красивы драгоценные камни! Thank you.
Помните, что Пинки поможет, если вы застрянете. Здорово! Коснитесь звезды, чтобы получить ее.